Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 8321 рубль баланс на форс-дропе, и прямо сейчас я вместе с тобой буду делать невероятное. Мы будем просто брать и открывать кейсы на сайте. Но задача сегодня не такая, как обычно. Я хочу попробовать поднять три ножа. Ну да, один ножик у нас уже есть. 8321 рубль, по сути, это, ну, давай говорить честно, это какой-нибудь хороший ножичек, потому что даже если возьмем 10 тысяч рублей, ну, типа, я не скажу, что это топ-сегмент ножа, но это обычный самый нож, который, в принципе, почему нет? Кстати, мы такой же разыгрываем в телеге, только там разыгрываются три ножа и одна пара перчаток, поэтому залетайте. Ну и, конечно, сегодня наша цель тоже поднять три ножа. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Посмотрим, сколько сегодня вообще будет у нас дропа, поэтому давайте перед началом. Пожалуйста, попрошу тебя поставить очень сильный лайкосик. Твой лайк очень важен, поэтому просто прожми его, ведь для тебя это одна кнопка. Неплохо. 8475 с первого открытия. То есть нам дало, по сути, сейчас плюс почти в два раза окупил. А ну-ка давай еще раз. Поэтому просто поставь лайкосик, поддержи мой канал. Мне будет очень приятно. Да я знаю, что для тебя это всего лишь одна кнопка. Ну и, конечно, пацаны, не забывайте, что ForceDrop — это уникальный сайт. Если вы захотите здесь поиграть, здесь есть очень крутой и самый рабочий промокод. И на сегодня этот промокод окуп. Просто окуп. Маленькими, большими, без разницы, всегда дает плюс 40%. Например, ты задепал 1000 рублей, поймал 1400, задепал 10 тысяч рублей, поймал 4000 рублей сверху совершенно бесплатно. Самый рабочий и самый окупаемый промокод — это промокод окуп, потому что помимо того, что он дает самый большой бонус, он тебя еще и окупает. Поэтому используй его. А я хочу пойти в самый низ. Вот сегодня хочу пооткрывать то, что я реже всего открывал. Вот то, что находится внизу, я не знаю, есть ли в этом хоть какой-то... Блин, ты прикинь, просто вот мы сейчас начнем открывать, допустим, Rising Sun, просто на десяточку. Здесь ахикабара, гидропонка, буря на закате. Ну, другими словами, если кто не знает, что мы сейчас делаем, это коллекции. Коллекции, которые есть в КС-очке. То есть мы их просто открываем, а они уже... У меня что-то шея хрустнула. Это что, старость, что ли, или чего? Вот, и что мы сейчас сделали? Сколько это... Ой-ой-ой, это жестко. Не, подожди, давай тогда инферно. Ладно, ой... А чё так мало? Латунь, какие-то долбереты и смерч. Не, ну я понимаю, что коллекция Инферно — это, видать, очень давняя коллекция, и она стоит... Ну, вот эти скины должны стоить очень дорого, потому что, извини меня, когда ты тратишь почти 3000 за 10 открытий... Ну, давай попробуем. Ну, кстати, по-любому смерч дорогой, я уверен. О, он, кстати, смерч выделяет. 3173. Ну, как будто бы да. Давай попробуем еще раз. Почему нет? 1000 на ровном месте. Блин, вот плюсы открывать коллекции, то есть ты не знаешь, что тебе выпадет. То есть тебе падает, вот вообще, по сути, когда ты смотришь на те скины, ты думаешь, что тут ничего дорого не может быть. Смерч опять выделяется. Опять косарь плюс стоишь? 1600, 2700, нормально. Два раза коллекция Инферно окупила. У нас баланс восьмерик. Ну давай на вертиго. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Что-нибудь вот тоже, ничего не понятно. Дуал Берета с подрыв, черный глянец, арктическая сетка. 5490 рублей. И как вот мне понять, какой кейс мы будем сейчас, ну какой дроп мы будем сейчас выбивать? И если мы, допустим, даже вот этот подрыв выбьем, он разве дорогой? Черный глянец дорогой. О, подрыв. Я уверен, что подрыв недорогой. Да. Стоять. Скука-скука. 17 тысяч? При том, что подрыв стоит 822, черный глянец 16 тысяч рублей. Что? 17582 на ровном месте. Так, подождите. Да вот, ребят, мы походу три ножа уже выбили. 8001 нож, два ножа, соответственно, 16, 3, 24. Давай попробуем еще раз. Это что такое? Просто я даже боюсь представить, какого качества черный глянец. Но я знаю, что синий глянец в районе косаря стоит. А черный глянец, но он, видать, походу только с этой истории выпадает. Конкретно с коллекцией Вертига. И поэтому он стоит целое состояние. 4000, 1000 минус. Но в сумме это большой бонус. Блин. Вот можно было на Даст коллекцию залететь, но денег нет. Но есть на Святого Марка. Обалдеть, дикий лотос, дикая лилия. Слушай, ну вот сейчас
Мне кажется, мы очень сильно рискуем, потому что если мы открываем этот кейс, и он нас сейчас просто сливает, мы в полной тотальной жопе. Блин, не хотелось бы, конечно, сливать, прям не хотелось бы сливать. Ну давай посмотрим. Полуночная Аугина. Вот он выделяет, я даже понять не могу, сколько это. Ёлки-палки, это чё вообще такое? Полуночная лилия. Как же хреново она выглядит. При этом при всем стоит 35. 41 тысяча. Так, резинг-сан мы не будем открывать. Мы с нее начали, она меня слила. Нюк, я не вижу смысла. Слушай, ну ладно, давай откроем нюк. Просто, нет, давай так. Давай попробуем еще раз марка на 10. Просто мы открыли на 9. Сейчас на 10. Просто если он сейчас еще меня больше окупит. Блин, ну это будет очень жестко. Я вообще не верю. Прибой. А темные, ну вообще пусто. Кстати, заметили? Окупил. Он какую-то UMP мне дал просто. Какую-то UMP за 10к дневная лилия. А мы выбивали полуночную лилию. Сейчас выбили дневную лилию и все дорого. 48 тысяч рублей. То есть, другими словами, мы сейчас можем идти... Ну все, по сути, мы не то что подняли 3 ножа. Мы подняли 4 ножа. Мы подняли 5 ножей. А если мы говорить будем про дешевые ножи, то все, наверное, 10. Поэтому сейчас давайте попробуем сделать 80 тысяч. И все это подвывести... Пожалуйста, поставьте лайкосик. Очень сильно прошу, потому что... Блин, для тебя это одна кнопочка. Мне будет очень приятно. И посмотри, что дает 19.55. Так, все, давай коллекцию даст. Она вроде самая дорогая, 45 тысяч рублей. Вот что выпадает сейчас? Просто берем и выводим. Поехали! И вот, вот... Я думаю, этого будет достаточно. Мужики, поддержите, пожалуйста, лайкосиком. Ну, пожалуйста, кстати, не забывайте. 3 ножа и один... Одна пара перчаток. Ждет тебя по ссылке в описании в телеге. Медянка. О, змеиная кожа, дорогой, точно. Медянка 51 тысяча. Давай даже оставим. Оставим 51, 62. Следующий ролик проверим и выведем 100. А если будешь играть на форсдропе, используй промокод ОКУП. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который при пополнении даст тебе плюс 40% на абсолютно любую сумму. Используй его и окупайся.